Снимок перед отправкой на фронт. Даешь! Так, Вань, ложись сюда. Нож, ногу так поставь. Давись! Вперед! Мы начинали нашу жизнь. Шагнув под грозы и метели, мы вместе с веком родились и вместе с Родиной взрослели. Когда грядущего рассвета над миром начал разгораться, нам было 18 лет, и веку тоже 18, нам было 18 лет, и веку тоже 18. Была тревожной та пора, над Украиной пролетели нужды холодные ветра, войны кровавые недели. Когда в опасности в ответ мы научились не сдаваться. Лёша! Нам было 18 лет. Коня! И веку тоже 18. Нам было 18 лет. И веку тоже 18. Мы нашей юною судьбой отчизны юность защищали и принимали первый бой, и клятву первую давали. Тогда единой правды свет скрепил навеки наше братство. Нам было 18 лет, и веку тоже 18. Нам было 18 лет, и веку тоже 18. Что смотришь? То в вольных казаках, то с красной звездой, и вашим, и нашим, гимназеры шкуры. Что же вы стоите? Шуруйте по домам. Продавайте народ немцам вашей центральной ради. Серёг! Гимназисты? Я. Зевуль. Пан с котрої класи? Ауздер, нецтен клас. А, мы так уж. И тільки он Юзик сперед останній. Юзик! Мали всі дипломувати цей рік. Та треба рятувати соборну Україну від більшовиків. Ми стрільці української галицької армії. Пан палить? Прошу, пане. Прошу, я палю. Дякую.
Дякую. За що ви? По-касяцьки най пан забуває. Нинки по-українськи, що діюватимете. За що ви? І чоловік. Всі переховував, всі хоронив. Це ошибка. Ви помилились. Дазифтум, ерестнен большевік, він з нашого міста. Так-так, він українець, робітник. Так-так, він наш хлопець, так. То правда? Угу. Пан є українець? Пораме, пораме, пора. Москалеві ляхові служи. Довершилась Україні кривда стара. Нам пора для України жить. Довершилась Україні кривда стара. Нам пора для України жить. Стій! Куди? Гай! Стій! Стій! Свои. Все Бронька, сэр Туровский, сеньор Сербин. Чем занимаемся? Все еще зубрим грамматику, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты в Галиции был? А где Воропаев? Почему без него? Приглашаю всех пить немецкое пиво на вокзал. Ура! Репетюк, ну ты смотри, у меня в следующий раз голову отрублю! Маслов, Парчевский, постой! Догоняй! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, господа, приступайте, не стесняйтесь, а то остынет. Господа абитуриенты, Сербин, отчего вы стоите столбом? Сегодня вас никто без обеда не оставит. Даже я. Хотя мне отлично известно, что речи Цицерона против Кателины вы так и не знаете. Господа, вы переживаете сейчас изумительные минуты в вашей жизни. Пройдет еще несколько часов в нашей с вами задушевной беседе, и вашу грудь перестанут стеснять уже слишком узкие для вас юных мужей гимназические мундиры. Какие мундиры? Да вы посмотрите, во что они одеты. Ну. Ой. Идут, идут! Идут! Марш, пожалуйста. Наташенька, помоги. Честь. Здравия желаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Как? Берега рук. Хорошо. Да, да. Настоящий. Батва Парчевский. Да, да, очень да. Приятно. Я узнаю. Я не могу больше. Да вы что? Сядьте. Аклая Викентьевна, вы в гимназии недавно не знаете, как гоняли Эпиюка Воропаева за антисемитизм и рексионность. Дамы и господа, прошу садиться. Ну-с. Панове добродейство, этот бокал я хочу выпить за всех нас, отныне зрелых деятелей, нынки Украины. А я за тех наших товарищей, которых с нами нет.
Господа, товарищи, я хочу сказать, что здесь все-таки еще не все присутствуют. Я имею в виду нашего товарища, Ивана Зилова. Григорук! Слушаю, господин комендант. Бегом в депо. Арестуй слесаря Зилова. И вместе с ним сюда. Аллюром. Шел? Сербин Хрисан. Кульчицкий Бронислав. Шлыков Александр. Онищенко Мирослав. Давай Бурлацкую. Я надеюсь, вы понимаете, почему в свое время Рады, ее вожди, опасаясь большевиков, обратились за помощью к немцам. Да. Ясновельможный гетьман Павло Скоропадский взял власть, вернее, получил ее от немецких генералов. А за это надо платить. Надо платить. А чем платить? Господин комендант, задержанный доставлен. Кругом! Здравствуйте. Господин поручик, значит, это все в шутку. Бей, Ванька, догоняй. А ты, Васло, все-таки дурак. Если бы я был твоим командиром, я бы отправил тебя на гауптвахту. Ваше здоровье, господа. А теперь я должен идти. Сэр, Вацику ничего не стоит арестовать вас вторично. Да. Я правильно сказал? Да, вы правы. Хороший. Арестованного ждет еще допрос. Прошу вас. Пиджачок, пожалуйста. Куражечку. Да не стесняйтесь. Благодарю, сэр. Садитесь, пожалуйста. Пожалуйста. Все в порядке? Не стесняйтесь. Простите, но я весь сажу в мазуте. Да. Ничего. Ну, право, почему вы выбрали себе такую грязную профессию? Я представляла вас совсем другим. Другим? Да. Мне товарищи о вас рассказывали. Яблоки. Яблочки. Мерси. Александр Иванович просил передать вам привет. Шуменко. Что? Александр Иванович просил передать привет. Сударь, будьте добры, нож. Сию минуту. Я сам. Ножичек. Пожалуйста. Благодарю вас. Нет. Воропаев! Витька, давай мировую. Пей. Правильно. Пей. Он тебе паровоз отремонтирует. На Дон поедешь. Тихо.
сердце России на устах и под российским флагом. Я мужество не раз показывал, пример прифронтовой тоски и доблестной отваги. Я полный кавалер, я полный кавалер прифронтовой тоски и доблестной отваги. Я полный кавалер, я полный кавалер. Непонятость души, поверьте, так удобно скрывать под холодком изысканных манер отвергнутой любви и дружбы мимолетной. Я полный кавалер, я полный кавалер отвергнутой любви и дружбы мимолетной. Я полный кавалер, я полный кавалер. Если забастовка затянется, придется взяться за железную дорогу. Погоди, 20 парчевских. О, кого я вижу, Пиркис Изилов. Интересно. Взвод! Стой! Направо! К ноге! Вольно! Изилов, а мы с тобой, кажется, не виделись с самого выпускного вечера. Да. Закуривать. А ты это куда? Если, конечно, не военная тайна. Тайна. Да вот, иду на ваш митинг. Арестовывать статичный комитет. А отца твоего там нет? Нет. Мать не пустила. Дома сидит. А ты почему не на митинге? Если не тайна. Тайна. По заданию статичного комитета иду организовать борьбу со штрейкбрехерами. Так. Вот что, хлопцы. Мне спешить некуда. Я со взводом прошагаю до мастерских еще минут 15. Чтобы окружить галерею, понадобится 5 минут. Ну, 7. Что? Ничего. Или даже... Мы подождем теперешних наших союзников, немцев. По-моему, все ясно. Ясно. Пошли. Тетеря, закрыть ворота. Вольно. Разойдись. Можно курить. Дашко, садись рядом. Угостите табачком. Угощайся, ребята. Дай мне. Бери. Сладкий. Сырой какой. Да тебе кажется. Немцы. Союзники. Там тебя опять какая-то барышня спрашивает. Меня? Угу. Опять хахоньки строите? Да нет, серьезно. Ждет там. Про забастовку поговорить хочет. Добродика Зубенко. Я имею точные данные, что вы являетесь председателем Союза молодежи на железной дороге. Допустим. Моя фамилия Полубаченко. Зовут Антонина, курсистка, медичка. Я заместитель председателя уездной юной спилки. Будем знакомы. О, прошу прощения. Добродий Зилов. А
Почему это вы рабочий? Разве вы не закончили гимназию? Вы меня узнаете? В 16-м году вы были в Быдловке на полевых работах у моего отца. Ради бога, извините меня, пожалуйста. Я только что с работы, у меня руки грязные, так что здороваться я с вами не могу. У меня к вам дело, пан и товарищ. Какое дело? Мы спешим, у нас, видите ли, забастовка. О том и речь. Забастовка, как каждая общественная акция, требует максимальной организации общественных сил. Каких сил? Наша молодежь должна сплотиться, товарищи. Самосильники возьмут протекторат над национальным молодежным движением. Сама кто? Это поборники украинской национальной независимости. Послушайте, барышня, вам известно, что у нас союз рабочей молодежи? А почему бы в вашем союзе не создать национальные секции? Ваша украинская секция войдет в наше объединение. Мы объединим. Да. Кончай агитацию, пошли. Прощайте. Погоны к мастерских, митинг. Первое депо к штабу. Все на митинг. Значит, от этой водокачки. А, вон это дерево. Это идет. Если там змея. Есть. Срочно нужны девушки не старше 20-25 лет со знанием украинского и немецкого языка. Что за ерунда? Что, он открывает биржу труда для гувернанток? Очевидно, речь идет об Аглае Викентьевне. Не о вас. Значит, сколько же им еще нужно? За кого вы можете поручиться? Хорошо, списки составите вы, а я сообщу, что мы идем в Быдловку для организации доставки продовольствия повстанцам. Вышло так, что ни слова любви мы друг другу еще не сказали. А сейчас нам нужнее тишина, чем признание красивая ложь. В этот миг на огромной земле станет больше одною печалью, и по кронам пустых тополей пробежит мимолетная дрожь.
Проводите меня до ворот, посмотрите иначе, чем прежде, на холодный дождливый рассвет, на знакомый до боли порог, в этот миг на огромной земле станет больше одною надеждой, затерявшейся в дымке дождя, на распутье печальных дорог. Говорил тебе, наперед кидать надо было, а ты пока собрался. Здоров, привет. Война, хлопцы. Здоров. Ну, война не война, а заслужил по морде, на. А, сегодня один штрейкбрехер, завтра другой. Ага. Морду кому-нибудь набить действительно надо. Расстрелян без суда полковник фон Таймо. Ушкура, с фон Таймо. Нет такого дерева, на которое бы птицы не садились. Вот что, хлопцы, надо создать боевую дружину. Достанем бомбу и бросим Тайму. Шая, не лезь поперед батькой в пепло. Есть люди постарше, которым решать и думать. А нам надо примериться, оглядеться. Добрый день, вот ваша скрипочка. Спасибо. Петис, прошу. И туда, пожалуйста. Ужасная скука, Пиркис, в этом кафе для безработных офицеров. Ну, лучше расскажите что-нибудь. Ну, расскажите про гимназию. Сколько вам лет? 19. А мне 21. Пейте. Хотя это, несомненно, ошибка мне. По крайней мере, 50. Ну, расскажите, Пиркис, что делать? Вы же в гимназии слыли первейшим умницей. Да нет, я не в комплимент, правда. Вы же правда все знаете. Ну, так объясните и мне. Поверьте, Парщевский, я сам сейчас растерялся. Все валится из рук, мысли разбегаются. Правда? Мне очень тяжело. Может, потому... что очень рано начал воевать? 17 лет. Вы помните жаворонка Шая? Он начал 14. 16 погиб. С Георгием на груди. А кому это было нужно? Не надо, я знаю, что вы скажете, Шая. Я знаю, что у вас не туберкулез. Что пулю вы получили в красногвардейском отряде. А справку про плеврит вам выдал доктор Кравич. Большевик и подпольщик. Не бледните, Шая. Державной партии это известно. И то, что Шумейко, Василенко, Топорков, скрытые большевики, тоже известно. Господин комендант, разрешите доложить? Немецко-австрийское командование просит господина украинского коменданта немедленно прибыть на вокзал на совещание, а также для опознания лиц, находящихся под стражей. Хорошо. Как жаль.
приходите сюда ужинать. Нам еще очень о многом надо поговорить. Хорошо, Вацик, я непременно приду, только за пиво будешь платить ты. У меня нет и не предвидится ни копейки, ни пфенинга, ни шиллинга, ни шага, ни шиляга. Какую валюту не считай, банкрот. Хорошо. Тоже попал? Облава. Конечно, вообще идеальный человек не существует. Но что такое идеал и идеально? Это только философская категория. Лучший пример – Леонардо да Винчи. Ты сейчас начнешь доказывать, оперируя философскими категориями, что смерть одного существа продолжает жизнь других. Но курицу хочет есть человек, а другой человек рубает ее у него изо рта. Ну и что? И люди затевают между собой драк. Начинается война. Война! Ну, здорово. Кто тут из вас Сербин, а кто Макар? Я Сербин. Ой, это Козубенко. Понимаете, такое свинство. Заперли нас тут в темноте, совсем невозможно читать. А вас-то сюда за что? Мы шли, а вдруг спрашивают документы, а у нас с собой ничего нет. Говорят, будет облава. Так пусть хоть посмотрят на это. У меня книга есть. Можно использовать хоть это. Ахтун, отстань! Рунг! Всем оставаться на местах. Человек, который имеет претензия, и человек, который не имеет документ, выйти здесь. И стать передо мной. Слушайте, я член нового подпольного стачкома. Мне через час нужно быть на заседании. Фуражку давай. Может, они меня выпустят, а с вами потом разберутся. А ты книжку. Возьми ремень. Давай. Ты им скажи по-немецки. Их бин Айншулер. Как? Айншулер. Их бин Айншулер. 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 Бин Айншулер. Век. Я извиняюсь, господин офицер. Их бин Айншулер. Я Шулер. Нет, не тот, который в карты Шулер, а урок учить, лекцию, ну. А документы, конечно, дома оставил. На хаузе. Документ на хаузе. А век на хаузе. Спасибо. Извините, спасибо. Ich bin ein Schüler. Schüler? Wir wollen nach Hause. Nach Hause. Я Schüler. Остаться здесь до прихода пан начальник украинский варта. Любите, любите друг друга. Дело. Здравствуй. Здравствуйте, Александр Иванович. Надоело мне по лесам и ярам мотаться. Ну, докладывай. Нашел людей на заводе, членов Союза рабочей молодежи. Да нашел, но... Александр Иванович, хватит мне одним сарабмулом заниматься. Что такое? В общем, я заявление принес. Солярий я еще не открыл. Вот не знаю, в каком лесу столы поставить. И барышень за печатной машинки посадить. Ничего смешного здесь нет. Вы же бываете в партийном комитете? Можно рассмотреть. За меня Козубенко поручился. Сколько тебе лет? Позавчера 19-й пошел. Ну ладно. А знаешь... Вторым поручителем буду я. Александр Иванович, да я... Уй, пальцы сломаешь. Козубенко. Ну, здравствуй. Ну, здорово. Что, Зилова будем в партию принимать? А что, я за него ручаюсь. А давай дадим ему задание. Наладить связь ревкомов между селами и хуторами, а? Тут еще такое дело. Стах с Золотарем рекомендует Пиркиса в сарабмол. Ну что, правильно, рекомендует. Шая нашей закваски, пусть оружие достает.
А? А вот и я. Ну, здравствуй. Здравствуйте. Ну, что, докладывай. Не могу я больше. Почему? Что такое? Эти австрияки целоваться лезут. Рукам воли дают. Ну, надо освободить. Это дело такое. Слушай, а может, ты иначе попробуешь? Оденься прислугой. Ну, вроде как горничная, инженера какого. Да. Давай прямо к солдатам. Я не знаю венгерского языка. А мы Аглаю пошлем к венграм. А тебя к австриякам, англичанам, под видом горничной. Ладно? Ладно. Молодец. Друзья, а теперь слушайте меня внимательно. Не большевики мы будем, а дураки, если стачку не превратим во всеобщее восстание. Сейчас у нас есть три дела. Первое – это стачка. Второе – германскую и австрийскую армию развалить к чертям собачьим. И третье – готовить свою подпольную армию. Главное у нас – Козубенко, это ему партии поручено, а Зилов вроде как помощник. Все вы трое, комитет. М? Ну что, орлы, разлетелись. Катенька, Катюш, у меня к тебе просьба. Будешь идти мимо моего дома, увидишь дочку Верочку. Тихонько так, передай ей в руки, ладно? Угу, конечно, угу, передам. Ну, здравствуйте. Здорово. О, здорово. Ну что, все собрались. Форрест. Не отставайте, кадры. Иду, иду. Каждый ведет свой отряд в вокзал. Наши. Наши, Ваня. Бежим! Кадри! Вы что, с ума сошли? Мы им уже ничем не поможем. Das ist gemacht. Именем командования Восточной Соединенной Императорской Королевской Армии по приказу командующий 1-го полка 7-й кирасирской дивизии цесаря Австро-Венгрии Франца Иосифа Габсбурга, его светлости полковника фон Тайма, я майор Белла Кадель, арестовывать подпольный стачечный комитет железных дорожников. Арест. Желаю несравненной главе Кентина. Как изволит себя чувствовать господин Тайму? Как его астма? Ему надо беречься? Я слышал, у него вчера был припадок. Столько пью в его годы. Скажите, вы Шумейка знаете? Знал когда-то. Пожалуйста, слушайте меня сейчас внимательно. Вчера вечером арестовали весь стачечный комитет железнодорожников. Завтра или послезавтра Тайм отправит их всех в Германию. Только одному Шумейка грозит смертная казнь. Я прошу вас, придумайте что-нибудь. Вы понимаете? Я что-то не соображу, ей-богу. Милый, дорогой Вацлав Юрьевич, я умоляю вас, Шумейка должен жить. Вы видите, я вам доверяю. А где арестованные? Они находятся в тюрьме австрийской казармы.
Так, больше ничего не спрашиваю, только предлагаю. Прошу. Так как Шумейко был уволен с железной дороги еще весной, до приходов немцев, а это, я знаю достоверно, то его в списках железнодорожников не может быть. О, фрейлин Аглая нашел себе кавалер. Как это у вас пословица говорил, хорошее место не пустое. Битте, фрейлин Аглая, на другое место мы ехали дальше. Зачем сюда ехать, не знает. Полковник Будогас отправляет комитет. Бунтовщик сегодня морген на Киев. Мы едем в кинематограф. Вы пожалеете? У шумной жизни пират и сенсации в кинематографе, а Мажухин и Лысенко превзошли самих себя. Прощай. Форвард! Einfach kapital. Wissen Sie, wo Sie sich befinden? Oh. Fräulein, понимает немецкий? Kapital. Прошу. Fräulein ist im Konterhaus Wertker. Ihren Namen, Ihren Vater, Nationalität. Ну чё молчишь? Отвечай, ну! Ну! О, nein, nein! Herr Oberst, nein, wollen Watza. Von ein Snatch, deutsche Sprache. Von ein Gross. Deutsch, Maschinist Gross. Ukrainka. Wo ist neid? Etta ist Zone... Österreich-Ungarischer Armia. Военное положение. Fräulein Gross, Sprachgewalt, Soldaten und Unteroffiziere über Armeediskussionen und Оружие. Просачка-Казарма, Programmationen. Fräulein, признач себя schuldig. Фолайн Антонина Полубатченко. Антонину Полубатченко. Гун так, фолайн. Обыск gemacht? Да, господин майор. Семь прокламаций, клочок бумаги с буквами ВРК вокруг... Langsam, langsam. Семь прокламаций, клочок бумаги с буквами ВРК вокруг цифры и буквы, и записка интимного содержания. Интимный цепь? Капитал. ВРК это, иначе говоря, военно-революционные комитеты. То есть те самые банды, о которых я уже докладывал вам, господин майор. Созданные подпольно, в селах, из разного сброда и товарищей. А что есть интимный цепь? Она приложена к делу, господин майор. Катрия, я вас люблю, но никогда не решусь сказать вам об этом. Может, вы ответите, любите ли вы меня? Капитал. Авто. Он унашрифт. Церквит. И вы знаете. Фролайн Антонина Полубатченко. Медицинская швестер. Она понимает, что это обыск хорошо. Нечто? Еволь, господин майор. Обыск произведен тщательно. Das von einem kann gehen.
где фонайн брать прокламацион? Вас фонайн знать ирен aufstand по стране сентябрь? Будешь говорить, ну! А, nein, nein. Фонайн надо дать ночь солдатам. Или фонайн будет говорить? Нет, фройляйн не будет говорить. Ich habe drei Fragen. Fräulein, не будет отвечать. Gut. Erste Frage. Fräulein, ist Bolschewik? Нет. Oh, prächtig. Kapital. Also, Fräulein ist Anarchist. Нет. Ну, вы читали Ленина? О земле. Как раз то, что нужно, давай. Значит, это отнесешь по своим селам. А это в Быдловку. Поняла? Ну, что там в городе? Так. В кинематографе вчера была. Мажухин и Лысенко. Он ее как схватит, как зашипит. Ты моя. Она его хлоп по морде и говорит. Нахал, как вы смеете? И потом, граф, я вас совсем не люблю. Вот когда сделаем революцию и будут в гимназиях учить бесплатно, я выучусь на артистку и буду играть драму в двух сериях. Да я не о том. Стах мне что-нибудь передавал? Передавал. Сказал, что послезавтра будет там, возле церкви, сарайчик под яблоней. А, вот. А еще такое сказал, о чем послезавтра сам толком расскажет. Вот это самое. Что это самое? А, так про сессия скоро должен быть. Какой? Как какой? Который наш. Союз рабочей крестьянской молодежи. А съезд наш союз, иначе себя называет. А как, говорил? Скажите, кому? Или сокому? Или кому? А мы комольцы будем. Иди, иди, сокомол. Я пошла. Иди. Ни черта не понимают. Товарищ, крестьяне восстают против гетмана, потому что хотят демократической Украины. Они выступают за Центральную Раду, которую немцы разогнали. И ты, если можешь быть уверена, что придет время, и тогда... А немцы кто привел? Центральная Рада?
ты сумасшедшая. Ну тебе. Gaudiamus igitur, jugendes dum sumus. Gaudiamus igitur, jugendes dum sumus. Pos jubuntam, juventutem, pos molestam, senectutem, nos rabeit comus. Nos Lieben Kollegen, kommen von Ihnen Deutsch sprechen? Ja, ja, ich verstehe. Auch Studenten. Von Kennenberg, Bernd Brunner. Grisanov, Serbien. Von Gettelberg. Bitte, Kühle. Von Gettelberg. Grisanov. Otto Stilmacher. Na, все, хватит. Надоело. Немецкая литература. Немецкая философия. Немецкая культура. Великая Германия. Германия превыше всего. Ну и задавайся себе, пожалуйста. Но какого же черта вы приперлись сюда, на нашу землю, чтобы уничтожать и убивать наш народ? Так что, это значит расстрелы и виселицы, это тоже прерогативы высокой культуры. Так получается. Колин, коллега, Швестер, простите. Простите, но вы так в Холлин сказали, стало так обидно. Жизнь трагична. Только смерть просто. А жизнь это сложно. Вот. Когда мы ехали сюда, говорили нам об Украине, что это дружественная держава. Она помогает Германии хлеб, а Германия в благодарности помогает прогнать разбойников-большевиков и сделать Украину самостийной. Коллегин, мы гордились, что боролись за вашу свободу. Мы вот уже 2 месяца живем в освобожденной стране. Трижды участвовал в карательной экспедиции. Кылов и Штермайха по 4 раза. Мы повесили и убили 100 крестьян. Тех, кого мы приехали освобождать. Мы все это написали гетману Украины Павлу Скоропадскому. И мы постарались доказать ему, что гетманская держава повинна в бунтах украинского народа. Это все утопия. Совершилось то, чего нужно было ждать. Еще один террористический выстрел. Смертельно ранен в Москве. Все сильные самодержат России. Диктатор и вождь Владимир Ленин. Распятая и проклятая страна истекала кровью у его ног. И вот подожди. Так... Смотри. Советское радио сообщает. Вчера в 7:30 вечера при выходе с митинга на заводе Михельсона на Замоскворечье предательски из угла 2 выстрелами, произведенными правой церкви Фанни Каплан, ранен председатель совнаркома Владимир Ленин.
вам мед, голубки. Что-то вашего заводила и шумейка не видно. Схватили, видать. В концлагере отсиживает. И про Казубенкова сынка ничего не слыхать. Сидит тоже. Молодые, горячие. О, еще один шая. Тихо, ну. И чего это она на меня лает? Бронька натравливает на всех образованных и... И на евреев. Угу. У тебя все готово для будки обходчика? Все. Но маски я решил сделать красные, но же... Да, ты прав. Ух ты мой хороший. Гальку собрали. С бидонами. Там прокламация, которую Дилан из леса передал. Понятно. Казубенко в концлагере, Катя в тюрьме, Зила в лесу, а Галю с бидонами забрали. Проводите меня до ворот, протяните холодную руку, прислушайтесь всею душой в тишине этих грустных минут. Надо Зилова предупредить, а то запугает Гок. Надо, чтобы партизаны переходили в новое место. Да, правильно. Адванчик, сядешь на поезд, дойдешь до поста. К Зилову в лес. Хорошо? Поняла. Сейчас бегу. Отдохну немножко. Ой, а мед есть можно? Можно. Что дальше делать будем? Если бы еще одну забастовку. И на железной дороге, и везде. Сейчас рабочий сердит на немца. От Парчевского что-нибудь есть? Да ничего. Получил от Дирдивара секретные предписания. Ну, от директора державной варты. На всех его казаков, его сотни, имеются секретные бумаги, неблагонадежны. Вацик намекал на то, что среди них можно было бы провести агитацию. Слушай, это идея. А говоришь, ничего нету. Адуанчик, пойдешь в сотню? Пойду. А чего делать надо? Мала еще. Тут живым словом надо. А не прокламация. Да ерунда это. Если бы немецкий полк, а то комендантская рота, ерунда. Какой полк? Какой полк? Сотня — это оружие. Люди. Так, короче, скажешь Зилову, чтоб прислал человека. Понятно? Ага. Ах, весельники. Ах, лоботрясы проклятые. Сопляки. Шушукаетесь. Опять шушукаетесь. Опять что-то затеваете. Девчонку-то зачем с пути истинного сводите, а? Свели уже одну. Свели. Ты чья будешь-то? Чья будешь-то? Я сейчас к твоей матери побегу. Я бегом побегу. Я ей скажу, чтобы она сняла с тебя девчонка, да выпорла как следует. А ну сейчас же отсюда. Убегай отсюда сейчас, чтобы я духа твоего не видела здесь. Пани Кросс. А вам какое дело до того, что у меня во дворе делается? Или, может, вы еще ко мне в дом порядки наводить придете? Хлопчики мои милые,
хлопчики, сыночки мои родные. Бейте этих немцев. Отомстите. Отомстите за мою Катрусеньку. Проклятым гетманцам. Тю-тю-тю, братец Станислав Казимирович, не дам ли вашего сердца спугнул мой нежный приход? Да пошел ты. Здорово, шая и вся шайка. Entschuldigen Sie, pardon, че прашем, куда же вас смело, а? Может, картишки перебросимся? Карты не хочешь? Может быть, того. Может, оно не следует курить-то, а? Все-таки пероксилин, взрывчатое вещество, не ровен час. Волков боятся в лес не ходить. Как сказать? Вы вон не для смерти выродились так. Это верно, дяденька. Это я забрался. Что ж поделать, сам гол, язык балабол. А вы часом не старого машиниста, сынок, будете? Кульчицкого. Я ведь только не припомню, как звали его. Бронислав или Станислав. Я ведь и папаша на крестинах был. Что? Станислав. Стах. Бронислав мой старший брат. А вы, видно, дяденька, хорошо подгуляли на крестинах. Ух ты! Из младенца такое вышло, что... Что ты? Где умному горе, там дураку радость. Что? А ведь на папеньку похож. Ой, покуш! Жарко. Уже мигает. Раз, засветит. Потом еще раз и третий раз. Давай, хлопцы, уходим. Хлопцы, ну как же так? Мы же договорились. Доченька. Ну да, держи их. А может, мне не надо, а? Я с вами пойду, ей-богу. Я в лесу пересижу. А? Будьте такие добренькие. А ну пускай. Тогда через часок пусть на полусаны побежит и сообщит, куда надо. Ой! А? Что вы делаете? Что вы делаете? Стыд-то какой! Молодец. Шая, давай петарды! Сейчас! Какая скорость на этом пуске? После полусанка набирает уже до 30 верст. Держи, пошли. Бери гранаты. Там же люди. Какие люди? Немцы, оккупанты, враги. Ich bin
Ганс Пуна. Раздевайтесь. Данке. Их бин. Солдат. Найн. Найн солдат. Айн студент. Айн филолог. Фройлен Шура Мажальская. А, прошу, садитесь. Данке. Иллюзионен. Утопия. Мы подали петиция. Пангетманские державы. Украинские державы. Обратили внимание на... Обекуз. А, это злоупотребление. Злоупотребление. Да, да. Командир подали военно-полевой суд. Я бежали. Встретил случай Шу Мажальскую. Зишхрипт. Мне надо Германия. Революцион. Да, да. Революция в Германии. Я воль? Вот что, Ганс Бруно. Я думаю, в Германию вам уже не вернуться. Ваум. Ну, во всяком случае, пока. Пока. Сегодня вы переночуете у меня здесь. О, Дэмке. А завтра, завтра вы уйдете в лес к тем, кто борется против Гетмана и немецкой оккупационной армии. Вы понимаете меня, коллега Ганс? Я. И черная реакция! Россия гибнет! Вы за нее кровь проливали! Есть только одна Россия! Советская Россия! А вы проливали кровь за царя и сестер милосердия! Наше поколение сложило голову на фронте! Наша кровь затоптана сапогами! Наши раны оплеваны! На поле россияне! Коллеги, мне кажется, мы отклоняемся от темы. Мы обсуждаем сейчас не судьбу России, а говорим только о приказе Гетмана закрыть высшие учебные заведения. И мы протестуем. Мы не подчинимся приказу. Мы будем продолжать учиться. Господа! Сыны отчизны! Сыны единой, неделимой России! Мы оставляем институт! Пускай учатся эти белобилетчики, которые проучили 4 года священной войны. Господа офицеры, прошу встать! Вот я сказал, что генерал Скоропадский призывает вас всех под свои священные знамена! Товарищи, прошу вас, подождите! Мы протестуем! Я предлагаю выгнать офицеров из нашего института! Домой! Всех университету! Здорово, Трисан! Здорово! Разве ты не на нужде? Недолго ждать! Я в Астраханской офицерской дружине! Ясно. Заходи в казармы, бульвар на Кудрявская, 12! Хорошо! Я пойду! Ты не ходи, Трисан! Не ходи! Не ходи, я думаю, стрельба будет! Ладно! Спасибо! Рабаев, строй! Слушаюсь! Приказываю студентам разойтись! Еще раз разойтись! Приказываю студентам, разойтись! Мы не превращены. Темные силы нас вновь не тут.
сволочи, гады! Медики! Медики старших курсов! Прошу не разбегаться! Носилки в ответе в ротомичке! Не могу! Давай! Здесь голова! Возьми книги! А тебе... Дитка, сволочь! Койку Макару убил! Сам виноват! Всегда был большевиком! Revolution!